Всем добрый день! Сегодня я вам покажу три упражнения гимнастики для мозга. Упражнение 1 называется «Кулачки». Ложим руки на стол, сжимаем обе руки в кулачок, затем по очереди разжимаем каждую из рук. Ускоряемся. Это упражнение можно усложнить хлопком. Упражнение номер 2 называется «Кулак, ладонь, ребро». Одновременно двумя руками выполняем упражнение. Кулак, ладонь, ребро. Кулак, ладонь, ребро. Ускоряемся. Это упражнение можно дополнить хлопком. Упражнение номер 3 называется «Колечки». Соединяем по очереди большой пальчик с каждым из пальчиков правой и левой руки в одну сторону и затем в другую сторону. Ускоряемся. Это очень простые три упражнения, которые вы можете выполнять дома самостоятельно. Также